Пейзажи вокруг семейной винодельни на склонах Гайкозорского холма напоминают картинки с открыток о путешествиях по Провансу. Здесь также ароматно пахнет терпким виноградом вдоль рядов, уходящих к горизонту с домиками соседних виноделен. Уборка винограда в контине идет выборочно, строго следят за состоянием сахаров в ягодах. Все как всегда, но эта уборка все равно уже особенная. Алексей Михайлович Скляров с гордостью рассказывает. Урожай 17-го года удался. Уже в этом году мы выходим на наши... На то, что планировали, порядка 50 тонн. Вот. И в свете того, что у нас уже есть лицензия, очень рассчитываю на то, что оставшиеся барьеры, мы на энтузиазме, на воодушевлении от того обстоятельства, что и урожай удался, и лицензия у нас есть, преодолеем. И в этом, и к Новому году начнем поставлять, продавать, поить людей настоящим, качественным, отечественным, анапским вином. В дегустационном зале всегда готовы встретить гостей. Среди редких и исключительных сортов вин только этой винодельни – знаменитая «Птивердо». Награды всероссийских и международных конкурсов свидетельствуют о качестве производимой здесь продукции. На подворье приезжают на несколько дней целыми семьями отдохнуть в прохладе экологичных домиков, стены которых изготовлены по уникальной технологии спрессованной соломы. Искупаться в бассейне и подышать вольным воздухом в беседках, откуда открывается шикарный вид на окрестности, и пообщаться с хозяином тоже очень интересно. Ворота винодельни всегда нараспашку, хотя в ближайшие дни виноделы повезут свою продукцию на краевую сельскохозяйственную выставку представлять анапский терруар.